Без демонстрации, но с флажками. В Магнитогорске отметили 1 мая. На 14 проходных металлургического комбината силами правкома организовали раздачу сувенирной продукции. Всего сотрудникам ММК вручили более 10 тысяч флажков, а вместе с ними и праздничное настроение. Хорошее настроение, с праздником. Вас праздником. Пусть все у вас все будет замечательно, хорошо, хорошее настроение вашей семье. Доброе утро, с праздником. После таких пожеланий спешащие на комбинат люди и те, кто уже отработал, расплываются в улыбке. 1 мая, 7 утра. На площади перед заводоуправлением трудящихся встречают представители профсоюза с яркими флажками и хорошим настроением. Вот уже несколько лет подряд в городе не проводили традиционных многолюдных демонстраций, ограничиваясь небольшими акциями. К сожалению, уже несколько лет отменена у нас первомайская демонстрация, традиционное шествие, в котором принимали участие до 50 тысяч человек. Поэтому мы, чтобы создать праздничное настроение, решили на 14 проходных осуществить раздачу флажков. Водитель КАМАЗа Денис Киселев забирает сразу несколько флажков для коллег. Говорит, поставит в кабину. На товарища флажки мы, вот водители предприятия ОКС. И всем вы раздали, все хотят, машину поставим. Всех поздравляю. С праздником всех, с 1 мая. Мир, труд, май. Очень приятно. Домой идешь, значит, приятно. Помимо вручения флажков, первичная профсоюзная организация подготовила праздничные мероприятия в цехах. Поздравили работников на смену встречных собраниях и в коллективах. Мы поздравляем с праздником. Это 1 мая всегда был день весны и труда, солидарности трудящихся. Поздравляем всех с этим праздником. Желаем здоровья. Юлия Черешнева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ.